Ультравысокое качество изображения, отсутствие при этом каких-либо сбоев или задержек. На Дальнем Востоке запущено вещание спутникового телевидения НТВ+. Подключить и смотреть большое число качественных каналов можно даже в самых отдаленных точках региона. Для этого нужно только электричество. В любом месте, в любое время качественная картинка НТВ+ обеспечена любому абоненту, проживающему в Приморье, в частности, и на всем Дальнем Востоке в общем. В сумме платформа компании НТВ+ насчитывает более 160 каналов. В так называемый базовый пакет входит порядка 130. Но за отдельную плату их количество можно увеличить, подключив дополнительный пакет различной тематики – спорт, кино, детские каналы. Есть и другие эксклюзивные предложения. На нашей платформе эксклюзивно появились телеканалы государственного телевидения, телевидения радио Китая, CCTV-4 и CCTV-русский. Вот, и мы уверены, что эти телеканалы будут очень интересны нашим новым потенциальным абонентам. Вдобавок, в декабре прошлого года компания представила зрителям интерактивную приставку. Благодаря ей люди могут не просто смотреть спутниковое телевидение, но и ставить изображение на паузу, перематывать его или записывать эфиры и смотреть их позже. Правда, для таких функций уже необходимо подключение к интернету. Абонент попадает в мир библиотеки контента тысячи фильмов. Он может просматривать эти фильмы в любое время, в идеальном качестве, ну вот, собственно говоря, с той скоростью, которая есть у него дома. Помимо обычного изображения, НТВ+ предлагает своим зрителям три канала в формате 4К. Они будут входить в состав базового пакета. Один из них уже присутствует на платформе спутникового оператора. К слову, подключить новое телевидение можно уже сейчас. Цена базового пакета за месяц 149 рублей, а при заключении годового договора всего 1200. Правда, до конца марта спутниковое телевидение вещает пока в тестовом режиме. Во время тестового режима мы не берем деньги вообще. То есть мы понимаем, что могут быть какие-то технические накладки, хотя в принципе вот четвертый день тестового вещания и никаких накладок нету. Но так или иначе, вот если абонент подключается сейчас, то у него вообще бесплатный просмотр всех телеканалов. Мы это обеспечили. На сегодняшний день у НТВ+ более 100 заявок с Дальнего Востока. Расширение вещания позволило компании охватить страну от Калининграда до Курильских островов и значительно увеличить свою зрительскую аудиторию. В компании уверены, что будущее за спутниковым телевидением с каналами в сверхкачественном формате. Ирина Мокрицова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.